Всем привет! Зашла в Магнит Косметик и хочу купить Стеллари, это тени фирмы Стеллари. Я до этого покупала здесь тональный крем, еще что-то покупала, тушь. Вот хочу тени взять. Тени у меня совсем никудышные, а вот эти вот как бы то, что мне надо. 180 рублей. Вот такие сейчас возьму. Вот такой я взяла тональный крем. Вы просите показать тест. Наверное, как-нибудь я сниму. Протестирую эту косметику и как бы макияж после 55. Вообще, я увидела здесь косметику Beauty Bomb. Смотрите, какая подростковая косметика. Тушь для ресниц. 0,1. Что здесь еще есть? Палетка для быстрого контуринга. Хайлайтер. Потом, что еще? Тени. Или это блестки какие-то. Значит, смотрим. Тушь 315 рублей. Так, это патчи. Контуринг 400. Ничего себе, молодежная косметика. Помады. Такие цвета, смотрите. Стоимость 175 рублей. Но это хоть бы ничего. Так, это тестер. Сейчас посмотрим. Ну, так, немножко липкость имеет. Цвет, конечно, не мой. Так, что здесь еще? Карандаш, помада для губ. И жидкая помада. 189 рублей карандаш. Вот этот цвет мне нравится. Хороший. Такой нам можно взять. Сейчас я посмотрю, как он растушевывается. Да, такой сейчас возьму. Именно вот такой, 0,5. Есть и подешевле. За 96 рублей помады. Смотрите, какой цвет. Ядовитый сливовый. Но они все темные. Смотрите, какие. Очень темные. Так, а это у нас... Соль, гейзер. Еще жидкая помада. Сейчас ее посмотрим. Вот такой цвет. Легко размазывается. Такая нестойкая. 350 рублей. А это корректор. Вот так, это не тестер. За 399. Двухсторонний. $359 такая палетка для контуринга. Теперь тени 339 палетка. Смотрите. Так, они кремообразные. Я думала, это тени, а это тоже, наверное. Так, это консилеры. Это консилер за 339 и такой за 189. А это у нас румяна. Ничего себе, 369 стоит. А это тени. 426 рублей. Вот, кстати, такие вот здесь тени, которыми я пользуюсь. 425 рублей. Так, вот такая вот расцветочка. Такая. И такая.
Мне больше всего подходит вот первую, которую я показала. 0,1, 0,2 и 0,3. Вот мне 0,2 подходит. Так, а это у нас пудра компактная. За 299. А это тона вот такие. Еще тушь за 260. Карандаш для бровей. За 179. Маска увлажняющая. Розовая, тканевая. За 129, 21 штука. А это для сна. 250 рублей. Такие масочки. Гидрогелевые патчи под глаза с эффектом антипанда. И такие патчи. Для тебя и твоей подружки. Макс Фактор. Помады за 549. И вот такие тона. Мне вот больше вот эту нет, светлая. А это у нас что? Это блеск для губ за 490. Вот. Губная помада, тоже Max Factor, за 699. 549. Это уже сухая. Это, но они все не стойкие. Хотя вот хотела стереть, она стойкая. Помада для бровей в ассортименте. Губная помада. Смотрите, какая. Так, тестеры есть. Вот тестер. Нанеслась вот мягенько-мягенько. А здесь со скидкой, по-моему, идет. Всю руку измазюкала. Различные ароматы. Вот это цены. Это не номер телефона, это цены. Мужские парфюмы. Женские. Лакост. Почти 4500. Вот еще такие лакост. Сладкий аромат. Это уже подешевле. Сломалась туфелька, наверное, была. За здесь косметика Golden Rose, помады, блески, лаки
67 рублей. Лак для ногтей. Ничего себе. Хочу, наверное. Ладно, подумаем. Скульптор. Пудра компактная. Крем-тон Биби. Вот про такой, наверное, девочки мне говорили, что вместо Стеллари я вот такой бы взяла. Он такой меньше сушит. Ну, уже взяла. Это уже другая. Vivienne. Тени для век. Вот. Румяна. Тоже лаки для ногтей. $67. Еще лаки. А здесь 97. Но здесь и бутылки большие. И пузыречки. Эвелин. Помада для бровей. Надо же название. Помада для бровей. Подводка. А это что такое? Это палетки теней. Блеск для губ различный. Косметики, конечно, здесь очень много. Корректирующий карандаш. И сразу цены смотрите. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.